Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 433. Напишите сочинение. Дни недели рассказывают о себе, о том, почему так называются вторник, среда, четверг и пятница. Если нужно, воспользуйтесь планом из упражнения 432. Все мы знаем, что неделя состоит из 7 дней. А задумывались ли вы когда-нибудь о том, откуда появились названия этих дней? Все очень просто. Дни недели говорят сами за себя. Понедельник берет свое название от двух слов. После недели. Далее идет день, который созвучен его порядку по счету. Так, вторник, второй день. Его последователем оказался четверг, а вот со средой дела обстоят несколько иначе. Есть множество версий. Множество версий того, почему она носит такое имя. Одни предполагают, что этот день недели стоит в середине недели, посередке. Однако есть и другая версия. Поверье гласит, что название происходит от слова «сердце». А ведь если задуматься, то это и есть самое сердце недели. И если понедельник принято считать самым тяжелым днем, то уже в среду мы чувствуем, что конец рабочей недели не за горами. Число 5 по аналогии со вторником и четвергом тоже дало название пятому дню недели. Все мы рады наступлению этого дня. А в древности он так и вовсе считался священным. В пятницу никто не работал. Даже в произведениях Александра Сергеевича Пушкина можно встретить несколько слов о том, что этот день священен. А вот для еврейского народа таким особенным и праздничным днем была суббота. Говорят, что само это слово также произошло от древнееврейского языка. И мы добрались к самому концу недели, воскресенью. Ни для кого не секрет, что этот день получил свое название из-за большого христианского праздника – Воскресения Иисуса Христа. В воскресенье не принято браться за работу вовсе. Мой любимый день недели – суббота. По субботам я хорошо высыпаюсь, набираюсь сил перед предстоящими рабочими буднями. Днем в этот день мы с семьей занимаемся домашними делами, а вечером выходим погулять. Часто мы ходим в кино или парк, если позволяет погода. Ко мне иногда приходят друзья. Мы вместе делаем уроки, играем или выходим на улицу. Каждый день недели хорош по-своему. Ведь мы сами создаем свое настроение в любой из дней. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.